Нет пшеницы, ожидая подорожания муки и хлеба. Такая логическая цепочка всплывает в головах потребителей продуктовых магазинов. Недостаток зерна расстроил работу мукомолов Северного Казахстана. Так утверждает председатель Ассоциации переработчиков Павлодарской области Жанар Серимова. Основная масса мельничных предприятий, почти все, стоят без зерна. Хотим перевезти из России, но планы вагонами не согласовывают. Такая ситуация продолжается уже месяц. Россия согласовывает, а КТЖ нет. В чем причина, мы не знаем, но мы стоим без зерна. Конец цитаты. Дождливая погода повлияла на сбор урожая зерна и в нашем регионе. В этом году ее сбор у нас продлили. Обычно сбор зерна завершался в конце сентября. Урожайность же по отчету сельхозуправления составляет 10,3 центнеров с гектара. Дефицита не наблюдается. У местных мукомолов пока ситуация стабильная. На сегодняшний день ситуация именно по муке у нас, именно в нашем регионе, она стабильная. Могу сказать, по нашей компании мы цены на муку поставили, получается, летом. А летом цена на муку была дешевая, то есть низкая цена. И с летом мы цены не меняли еще. Во всех торговых сетях крупных у нас, Анвардина, везде присутствует мука по стабильной цене. Почему возникла эта ситуация, это понятно именно в севере Казахстана, именно в Кустанае, вы знаете, проливные дожди, все вот новый урожай, там все показатели пшеницы, которые пригодны для помола, для переработки, они испортились. Запасы выручают всегда. К примеру, на одном из местных мукомольных предприятий сделали запас 1000 тонн муки. Компания уверяет, что хватит и на макаронные изделия, и на хлеб. Поставки в магазины также продолжаются. До конца этого года, как нас заверили, повышать цены на социальный хлеб и муку не будут. Сейчас булка хлеба в социальных продуктовых магазинах стоит 86 тенге, а мука высшего сорта 160 тенге. В супермаркетах и в магазинах у дома эти цены могут быть повыше. Естественно, такой ажиотаж. Аграрии хотят поднять цену на пшеницу. Цена на пшеницу поднимается, из-за этого, естественно, возможно, будет подниматься цена на муку, но сейчас прогнозировать что-то сложное, я не могу сказать, и тем более не могу сказать за всех, как будет, ну, у всех своя калькуляция, как они будут дальше, ну, поставить цену. Мы производим социальную муку специально для социально уязвимых слоев населения, социальные макароны, социальный хлеб, естественно, и там фиксированная цена, эта цена будет держаться до конца года. По сравнению с нами, в столице на этом рынке наблюдается ажиотаж. В Астане сейчас мука выросла в цене, как следствие там идет рост цены на хлеб. Тамирис Шумабаева, Жаслан Жубаев, программа «Факт».